Спасибо, друзья. Меня зовут, на самом деле, Михаил. Я приехал с небольшого города Кирова, это 500 тысяч населения, поменьше, чем у вас. Вот, и время у нас мало, буду говорить быстро, надеюсь, понятно. А я немножко хочу сейчас перейти вот к первому пункту, да, по поводу GO-компании. Посмотрите, уже Василий Мотобилов, естественно, рассказывал неоднократно, да, то есть как история компании сложилась, и я хочу немножко от себя добавить. Вот в эту компанию, с идеей этой компании Василий пришел к нам, и мы, вот четыре учителя этой компании, познакомились в предыдущем страховом бизнесе. То есть мы там познакомились, мы там сдружились, мы там заработали первые свои большие деньги, и, соответственно, мы уже друг другу доверяли, мы понимали, что, да, то есть вот мы с этими людьми можем сделать, да, любой бизнес можем поднять. И когда получилось так, что мы на протяжении многих лет, последних там многих лет, зарабатывали хорошие деньги, да, то есть, всегда нужно быть готовым к тому, что, что-то не бывает вечно. И в какой-то момент там наш бизнес остановился, и в этот период мы искали альтернативные варианты, как можно, соответственно, с нашей уже сетью действующей, как можно продвигать другие направления, другие проекты. И вот в это время родился проект Домленд. То есть он тоже не был стремительно там, да, быстрым, там, не был стремительно удачным, но, соответственно, мы здесь увидели хорошую идею экономии ЖКХ, это очень нам понравилось, и, соответственно, мы начали это делать. У нас же есть один учитель, Сергей Иванович Ильхович, это земляк Василия. Вот он, как и я, в предыдущем бизнесе, он тоже... Мы работали в одной компании, занимались бизнесом. Там что он, что я, мы не достигли, может, каких-то больших успехов, но там, платиновый уровень сделали, но вот, весь этот опыт будет перенести сюда. Я вот сейчас хочу вот, немножко уже акцентировать внимание вот о том, что сегодня говорил Дмитрий Косулин. Смотрите, ребят. Время идет, сегодня уже 2015 год, 21 век, да, то есть жизнь меняется стремительно. Я помню, как мы начинали работать, да, когда в начале 2000-х годов, наверное, и Сергей Иванович, и я в этих компаниях, классика жанра, как нас учили, да, то есть это личные встречи, там, да, это вот по поводу, кстати, делать, да, тоже мировая практика, то есть пригласить человека там, с нулевой информацией, да, сделать вторую встречу, там, да, пригласить его на события, то есть. Но еще раз говорю, время стремительно идет, там, да, и вспоминаю просто, как вот лично я работал, да, когда я, мой наставник говорил, что у нас бизнес хороший, продукция тяжелая, когда с 40-килограммовыми рюкзаками я по ночам там ездил на этих электричках, запускали мы эти там где-то села, поселки, да, сейчас не надо это делать, сейчас есть логистика, слава богу, все уже строено, есть интернет. И вот, смотрите, каким образом, говорю, мы раньше работали, да, мы собираем вот эту открытую домашнюю встречу, как рекомендует система все-таки, да. Что такое открытая встреча? 15 человек, предварительно надо спрятать в кладовку всех детей, кошечек, собачек, да. А еще предварительно надо купить аудиокассету, прочитать 18 пунктов хозяина. То есть, еще раз, нас так учили, да, и мы так делали. Но на сегодняшний день, слава богу, вот, есть такие люди, как Дмитрий Косулин, как Женя Славенков, там, да, которые могут нас с вами научить совершенно другому видению бизнеса. То есть, да, никто не отменял тот старый вариант, он рабочий, он работает, можно им и делать. Но если сегодня век интернета, почему бы этим не воспользоваться? Если сегодня, слава богу, я, поверьте, я, точно, наверное, такой же лузер, как большинство здесь, там, работая с интернетом, но, слава богу, есть те молодые ребята, которых можно, как минимум, нанять на работу, как максимум, попросить их, чтобы они вам помогли это сделать, это настроить. И, допустим, как показывает, опять же, мировая практика, если вы знаете, Генри Форд, он далеко не был ученым, да? Да, он первый двигатель собрал в своем гараже, но у него было конструкторское бюро, которому он подходил и говорит, что, ребята, мне нужен 8-цилиндровый двигатель. Они говорят, Генри, это нереально, это мне мало волнует. Я вам больше деньги, сделайте мне его, да? И люди делали ему. Соответственно, это дело все очень сильно поставило там бренд, и, соответственно, весь мир Стива Джобса знает, там, а Вязника мало кто. Так вот, друзья мои, то же самое здесь. Не обязательно вам быть гениями в интернете, во всех этих продвижениях. Просто обучитесь. Найдите тех людей, кто вам поможет это сделать, и поверьте, ваш бизнес там, да, он очень сильно увеличится. И сегодня, слава богу, эти возможности есть. И в нашей компании, вот, если честно, что мне понравилось, когда мы только начали работать, и когда пошли первые результаты у наших лидеров, я был, если честно, немножко очень приятно удивлен. Потому что я помню, как мы работали, да, и я помню, как нужно было годами выходить на доход, допустим, там 40-50 тысяч рублей. И когда здесь наши лидеры за первые два месяца стали заработать 200 тысяч, я думаю, значит, что-то мы интересно делаем. Значит, наверное, у нас хороший маркетинг, там, да, или хорошая продукция, или просто хорошая компания. Я искренне был приятно удивлен. А к тому моменту, что мы как раз начали использовать вот эти все
IT-технологии, то есть продвижение нашего бизнеса, привлечение партнеров через интернет. Я сам, мне самому стало это интересно, я сам стал учиться, да, это делать. Поэтому сегодня я периодически тоже почитываю какую-то информацию, там, смотрю какие-то обучающие, ну, ролики в интернете. Поэтому я сам еще сегодня учусь это делать, да, потому что, ну, никто мне это образование никогда не дал. Ну, кстати, и Дмитрий, наверное, да, ты тоже самоучка, наверное, да, то есть все это все-таки находил сам. Просто это время ушло. Здесь не надо вам 5-6 лет обучаться, вам нужно, там, не знаю, ну, может быть, 5-6 недель там, да, то есть пройти курс этот, потренироваться, то есть и вы уже, ну, тоже станете опытными пользователями, да, интернета. Так вот, друзья, по поводу компании, смотрите, как Василий правильно отметил, что у нас нет никакого там бюрократического, допустим, ну, такого, как сказать-то, аппарата там, да, да и, надеюсь, его, ну, и не будет там, да, если он и год уже через 25 лет. Вот. Поэтому мы очень гибкие, и как раз вот концепция нашей компании направлена на то, чтобы мы, на то, чтобы мы идеи быстро воплощали в жизнь. И на сегодняшний день, в самом деле, мы постоянно, вот наш московский офис, они постоянно, ребята, они находятся в зоне поиска, постоянно в зоне анализа, там, да, постоянно смотрят какие-то успешные стартапы, там, что в мире происходит. И мы, еще раз, мы сегодня очень гибкие. И любой человек, который приходит в нашу компанию, он может быть, я говорю, как минимум хотя бы автором идеи, а как максимум может стать крупным, ну, лидером нашей компании, вести свое направление, получать доход с этого направления, со всего оборота компании. То есть здесь нет ограничений, еще что, ребят, я не буду называть имена, там, да, название компании, но я ездил, смотрел, изучал, как другие компании работают. И я знаю, что там, допустим, там в единицах компаний, где есть возможность там человеку и то с очень большого товарооборота там исчисляться полмиллиона долларов, только есть возможность развить свое направление. Здесь сегодня, я говорю, мы не ограничиваем в этом плане наших партнеров, не ограничиваем. И любой человек, который пришел, еще сказал, мы к нему прислушаемся, да, как минимум мы протестируем это направление, как максимум мы его внедрим. И внедрим очень быстро. И вот, В этом мы считаем, я все-таки считаю, что мы немножко уникальны. И мы будем эту уникальность поддерживать, ее будем все-таки, ну, как бы, двигать дальше.